На Ямале объявлен старт всероссийской акции «100 баллов для победы». В этом году она состоится в 6-й раз, но впервые полностью перенесена в режим онлайн. В рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ и высокобальники прошлых лет, делятся опытом успешной подготовки к экзамену. В этом году им предлагается записать мастер-классы на видео или провести встречи с выпускниками на платформах соцсетей в прямом эфире. Первое видео напутствие дала выпускница Уренгойской школы Пуровского района Дарья Скоразиевская. Сейчас она изучает испанский язык в Воронежском государственном университете. Скоро вам, ребята, предстоит сдать единый государственный экзамен, и я не понаслышке знаю, что это такое. В прошлом году я успешно сдала экзамены по литературе, профильной математике, английскому языку, и в том числе я набрала 96 баллов по русскому языку. Набранные на ЕГЭ баллы, конечно же, помогли мне поступить, ведь именно на них базируется вся система поступления в высшие учебные заведения. Каждому по силам сдать экзамены. Главное – верить в себя и не сомневаться в своих силах. Уделять время подготовки, будьте внимательны. Не ленитесь, и тогда вы достигнете абсолютно любой вашей цели. Сейчас только от вас самих зависит то, какие баллы вы получите и как сложится ваша дальнейшая судьба. Желаю вам удачи, успешного выбора дальнейшего пути и, конечно же, легких гимнов. Найти ссылки на видеотрансляции и мастер-классы можно по хэштегу «100 баллов для победы 2020». За сутки до начала трансляции они будут публиковаться в сообществах и сайтах окружного департамента образования, органов местного самоуправления и школ.